Find new roads – найди новые дороги. Такова главная концепция Chevrolet, которая выразительно иллюстрирует концептуальный кроссовер нового поколения Chevrolet Niva. Премьерный показ полноприводного концепта прошел в рамках Московского международного автомобильного салона 2014 года. Модель вызвала живой и неподдельный интерес экспертов, журналистов и публики. Very exciting. Я взволнован. Сегодня замечательное событие не только персонально для меня, но и для остального сообщества Chevrolet здесь, в России, а также всего мира. Этот концепт очень важен для портфолио Chevrolet, потому что мы имеем дело со знаковым автомобилем. Мы сохранили его прекрасные внедорожные качества, блокирующийся дифференциал, раздаточную коробку, то есть то, что просят покупатели, о чем нас спрашивают журналисты. И мы сумели удержать это в секрете до нынешнего дня. Я думаю, публика не знала, что ее ждет. Мы проделали очень хорошую работу, чтобы сохранить информацию об автомобиле и его облике в тайне. Ведь первые изображения появились только вчера, накануне показа. Мы гордимся тем, что преподнесли большой сюрприз многим посетителям, и это впечатляет. Внешний вид концепта нового поколения Chevrolet Niva действительно впечатляет. Новый дизайн, в котором незримо просматривается влияние легендарной предтечи. Вариант, презентованный на автосалоне, представлен в полном снаряжении. Высокий клиренс, внушительные колеса, защита двигателя и переднего моста, вычурный шноркель и экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой и запасным колесом. Над разработкой экстерьера и интерьера Chevrolet Niva нового поколения потрудилась международная команда специалистов, куда вошли инженеры итальянского дизайн-бюро Blue Engineering и GM AutoVAS. Ведущий дизайнер проекта Андрей Карамаз говорит, что главная идея была очень проста. Мы черпали вдохновение из существующей Нивы, которая является базовым индикатором в данном промышленном сегменте. Переделывая автомобиль, мы оставили на нем следы предшественницы, однако сделали его значительно шире по колее, оставив приличный дорожный просвет. Как вы видите, у него предельно короткие передние и задние свесы для возможности внедорожной езды. И что уникально для Нивы, это спроектированная линия, которая начинается у противотуманных фонарей, проходящая через весь кузов к стойкам задних дверей и далее вверх крыши. Все аксессуары, которые вы здесь видите, замечательны. Они подтверждают, что Нива – это автомобиль с внедорожными возможностями, который, если нравится, можно использовать где угодно и в любых окружающих условиях. Посмотрите, поверхность кузова матово-черного цвета класса high-end, которую можно видеть только на легковых автомобилях класса люкс. Во всех элементах отделки концепт-кара – изысканность. Шины увеличенной размерности с особенным протектором для преодоления трудных участков. Вы знаете, приятно совершенствовать полностью весь автомобиль после стольких лет его выпуска. Большинство элементов пойдет в производство в самое ближайшее время, и я надеюсь, что после второго поколения Chevrolet Niva будет и третье. After the second generation, there would be the third generation, I hope. Появление серийной Chevrolet Niva следующей генерации ожидается в середине 2016 года. Кроссовер с постоянным полным приводом будет оснащаться новым бензиновым двигателем объемом 1,8 литра с более высоким крутящим моментом, обеспечивающим дополнительные преимущества на бездорожье. Трансмиссия сохранит типичную для внедорожника компоновку – пятиступенчатый КПП, демультипликатор, блокировка дифференциала. Я все-таки надеюсь, что когда эта машина реально выйдет на дороге, она и останется той самой Нивой, которая была доселе, которая действительно при всем своем, в общем, достаточно привлекательном городском облике была серьезным проходимцем на уровне лучших мировых образцов. Не успев появиться на глаза широкого зрителя, концепт уже снискал себе славу. Экспертные жюри московского автосалона, куда вошли такие маститые автомобильные журналисты, как Юрий Гейко, Александр Пикуленко, Игорь Марджаретта, Сергей Асланян и другие, в рамках специального конкурса организаторов мотор-шоу, присудила приз GM AutoVAS за неожиданную премьеру. Нива – это автомобиль, который подталкивает к поиску новых, еще неизведанных дорог. Причем, невзирая на брутальный внешний вид и агрессивные задатки настоящего внедорожника, представленный концепт кроссовера Chevrolet Niva нового поколения должен органично вписываться и в урбанизированную городскую среду. А его практичность и пригодность к любым дорогам, конечно же, будут оценены именно покупателями.